Всем привет! Я рад, что у меня появилась замечательная возможность поздравить моего учителя, замечательного человека Игоря Бойко и его лабораторию с 11-летием. Сейчас в интернете очень много информации для начинающих гитаристов, также для продвинутых, и самообучение это очень хорошо. Это работает, но на определенном уровне становится понятно, что нужна помощь. Я когда-то с этим столкнулся и, узнав о лаборатории Игоря Бойко, решил написать заявочку, был принят. И буквально после первого же занятия вышел в шоке, потому что методика такова, что многие вещи становятся понятны даже необразованному музыканту, не знающему. Я советую всем гитаристам, которые зашли в тупик в своем обучении, в лабораторию Игоря Бойко. Европейскими музыкантами, я понял, что там тоже нету одного какого-то такого направления, метода или принципа. Как бы, у каждого свой путь, каждый делает это по-своему. Поэтому я могу сказать, что Игорь разработал уникальный метод, он по-своему универсален, в нем все взаимосвязано, он работает. И поэтому он позволяет выполнять задачи, поставленные перед вами в музыкальном контексте, на достаточно высоком уровне, достойном. Обучение в лаборатории было весьма увлекательным процессом, так как Игорю Александровичу удается погрузить студента в среду настоящей профессиональной работы с реальными творческими задачами. И ты как бы погружаешься одновременно и продвигаешься одновременно сразу во многих аспектах гитарной игры. Это и аккомпанемент, и импровизация, и композиция, и игра в коллективе. Причем упор делается именно на практическом применении полученных знаний. А необходимая теоретическая основа дается сжато, лаконично и не напрягает. Вот. Эффект от обучения, он ощущается практически в любой ситуации, будь то гастрольная деятельность, будь то сессионная работа. Поэтому я считаю большой удачей было заниматься у такого мастера и хотел бы выразить ему огромную благодарность за науку и пожелать всяческих успехов. Что до прихода к Игорю Александровичу я уже имел какой-то музыкальный опыт, в том числе я образовательный. Вот. Но, честно говоря, после встречи и первых занятий был поражен тем, в первую очередь тем, что насколько далеко ушла импровизационная музыка, насколько много в ней различных систем обучения, различных вариантов развития обучения. Вот. Меня порадовало то, что Игорь Александрович очень хорошо ориентируется во всех этих аспектах, во всех современных и не только современных системах обучения, знает прекрасно
все последние, так скажем, тенденции в импровизационной музыке. И вообще отличительная черта Игоря Александровича – это системность. Системность знаний и системность подачи материала, конечно, открывает большие перспективы и для ученика, вот, и для учителя, потому что, конечно, это обоюдный процесс и для него, и для меня. Вот, и мне нравится, что это действительно творческий процесс, и не зря лаборатория оправдывает свое название. Особенно нравится демонстрационная часть, когда видишь уровень музыканта, уровень мышления, к которому хочется стремиться. И поначалу кажется, что это просто невозможно, но спустя несколько уроков начинаешь понимать, откуда берутся те или иные идеи, вот, которые он показывает на инструменте. Вот, хочу поблагодарить Игоря Александровича, он очень хороший педагог, всем рекомендую. Александрович – это такой человек, который не просто большой профессионал именно как музыкант, там, отличный композитор, музыкант, гитарист, но приходя к нему, это, можно понять, что это просто еще и удивительно душевный человек, который… Ходить к нему на занятия всегда просто в радость. Это не как в школе приходишь на физику и сидишь там, побыстрее бы что-то закончилось, этот урок. А к нему не замечаешь, как летит время, там полтора часа занятия. Ну и вообще, этот человек очень мне помог. Вот сейчас я занимаюсь тем, чем я хочу, вот благодаря только, наверное, ему, как я попал в группу, стал музыкантом. Занимаюсь тем, чем хотелось бы заниматься. Занятия проходят в атмосфере очень спокойной, без какого-то давления. То есть, ну, многое зависит от тебя самого. То есть задание, пожалуйста, вот там примени это, вот, запиши что-то там. Съемка видео, опять же, ну, хороший такой стимул для того, чтобы позаниматься крепко. Ну, если есть потребность вот, ну, в понимании, то есть, того, что происходит, в таком глубоком понимании, не там, я не знаю, там, вы там пройдете. Там курс в лаборатории, и вы там будете успешным, там, я не знаю, здесь о каких-то других вещах идет речь, то есть это о музыке, о твоей собственной любви к музыке. Тут можно зайти вот на YouTube-канал лаборатории, послушать, там нету каких-то бездарей, я не знаю, то есть, потрясающие музыканты, которые меня вдохновляют на то, чтобы заниматься, и это очень важный момент, потому что у нас, конечно же, в стране нет этой среды, но благодаря, вот опять же, лаборатории есть попытка такую среду создать. И я очень рад быть частью этого.
гармонии, аккомпанемента, композиции и аранжировки. Информация дается в простой и понятной форме, и полученные знания легко преобразуются в практические навыки, которые можно тоже применять. По окончании курса музыкант приобретает инструмент, то есть музыкальный язык, с помощью которого он может вырабатывать свой собственный стиль и сформироваться как личность в музыкальном понимании этого слова. Ту информацию, которую я от него получил и которую продолжаю получать по сей день, оказалась для меня очень ценной и важной. Это те знания, которые очень непросто где-либо еще найти. И самое главное, их есть где применить всегда. То есть, будь то работа студийного плана, запись собственных аранжировок, сольных композиций, или же просто концертная работа. Да? То есть, очень большой, широкий спектр информации, которую каждый индивидуальный музыкант, инструменталист, может адаптировать под себя. То есть здесь нет какой-то конкретной привязки к стилю, да, будь то джаз, рок, блюз, метал даже, или же какое-то смешение стилей. То есть очень много всего интересного, что может открыть для себя каждый индивидуальный музыкант. Вот. Лично я для себя открыл очень много полезного в гармонии. Очень много в гармонии, в ее обыгрывании, в импровизации. То есть это действительно работает, это действительно очень интересно. Также хочется сказать несколько приятных слов по поводу атмосферы, в которой проходит занятие. Это общение с приятным, хорошим, интересным, разноплановым человеком. Вот. И всегда, значит, чашечка чая, которая выпивается перед занятием, способствует хорошей творческой атмосфере. Вот. Так что, ребят, я всем рекомендую. Это то, что действительно нужно вам для вашего становления как профессионалов. Сказать какое-то количество добрых слов о лаборатории профессионального образования для гитаристов Игоря Бойко. Хочу обратить внимание вот на какой очень важный с моей точки зрения нюанс. Студент, который учится у Игоря Бойко, он научается не только совершенно необходимым для гитариста вещам, от, собственно, каких-то, я не знаю, азов гармонии применительно к инструменту до выражения своих мыслей именно с помощью инструмента, это понятно. Человек научается формировать продукт, человек научается делать то, что делает гитариста еще и профессионалом, потому что жизнь наша такова, что музыкант на сегодняшний день он должен думать не только о творческом аспекте своей работы, уметь формировать то, что называется продуктом, уметь представлять что-то из себя на рынке. Причем неважно, это авторский материал, или это работа в коллективе, или это работа на студии, или это аранжировка. Совершенно неважно. Человек научается формировать то, что называется продуктом, и это прекрасно работает, в общем, во многих местах, в уголках всего, не побоюсь этого, опять же, слова, земного шара. И мне кажется, это очень важная штука, потому что уметь делать эти вещи просто необходимо, если вы решили всерьез связать свою жизнь с музыкой. Ну и от всей души поздравляю всех нас, учащихся и выпускников, с тем, что вот уже 11 лет существует.
работы, да, прекрасная школа. Вокалист по образованию и прошел в лаборатории Игоря Бойко начальный курс обучения, что позволило мне добавить в мою концертную деятельность гитару. Я очень благодарен Игорю за эти знания и поздравляю лабораторию с днем рождения. Желаю всего самого-самого наилучшего и творческого долголетия.